В этот день 2003 года в Астане был открыт монумент «Дружба народов». Автор Сакен Нарынов. Монумент представляет собой чашу, бассейн с фонтанами, в центре которого на постаменте располагается бронзовая скульптура из трех пересекающихся фигур высотой 8 метров. Взаимосвязанные ветви символизируют сплетение, пожатие рук, узы дружбы, клятву в защите друг друга, мир и согласие. В этот день 1938 года родился Толен Каупинбаюла, писатель, член Союза писателей Казахстана, двукратный обладатель международной премии имени Жамбыла. В разные годы работал в республиканской газете «Ленин-Шельджаз» в журнале «Парасат». Каупинбаюла является автором сборников повести и рассказов, таких как «Марусия Асуа», «Бетигеля Бель» и книг «Жазира», «Шугыла», «Ашылмаган Аралдар». В этот день 1951 года родился Жаксылык Ушкемпыров, заслуженный тренер Республики Казахстан по греко-римской борьбе, заслуженный мастер спорта СССР и Республики Казахстан. Ушкемпыров – чемпион СССР по классической борьбе, серебряный призер чемпионата Европы, чемпион Олимпийских игр 1980 года в Москве, чемпион мира, обладатель Кубка мира. Шестого мая 1998 года указом президента столица Казахстана город Акмола был переименован в город Астана. Площадь территории города 722 квадратных километра. Астану разделяет на правый берег и левый берег русло реки Ишим. Климат города резко континентальный. В этот день 1890 года родилась Майра Шамсутдинова, казахский композитор и народная певица. Прекрасные вокальные данные, низкая и очень красивая контр-альта, большой диапазон голоса давали ей возможность исполнять трудные, характерные для мужчин песни. Майра мастерски пела на казахском, татарском и русском языках. Демонстрировала свое искусство на Баянаульской и Куяндинской ярмарках вместе с Исой Байзаковым и Амре Кашубаевым.